симптомов не найду. Я просто пошутил. Привет, мои девчоночки, мои хорошие. Давно не включала камеру и решила просто включиться, чтобы просто немножечко поболтать. Мы за моим косметическим столом, и я хотела немножечко посвятить внимание вот этому парфюму. Это Аджмал, аромат называется Магнифика. Я уже рассказывала на своем канале, сказала, что мне он нравится. По-моему, я даже пару раз уже как-то его упоминала. Он очень неизвестный и не популярный, но он, в принципе, по-моему, 21-го, что ли, года, либо даже... в общем, он не так давно создан был, и мне он все больше начинает нравиться. Девчонки, я им проникаюсь, как я его вижу. Для меня вначале это немножечко ретровая нотка, даже, может быть, это не ретро-нотка, это просто такая яркая нота, к которым я как бы не привыкла. Я люблю немножечко так помягче ароматы, знаете, но она быстро уходит, и ношу я этот аромат на одежде. Мне нравится именно, как он звучит с ткани, и ношу все чаще его именно... на ночь, не знаю почему, меня успокаивает что-то такое. Я поняла, что здесь прекрасная база, которая именно остается уже через долгое время, да, я слышу его всю ночь и делаю буквально пару пшиков, ну, потому что ночью не хочу сама себя поддушивать как-то и так далее, и тому подобное. Я поняла, почему он мне так сильно нравится. Здесь нету никаких мускусов, никаких пачулей, никакой мшистости, никакой землистости. Здесь просто тихая, спокойная база. Здесь нет никакой рассольности. Хотя здесь есть сандал, многим он выдает какую-то рассольность. И меня вдруг стало осенять, что он мне что-то напоминает, не знаю, но именно в базе и отдаленно мне напомнил мой любимый аромат Драже. Нет, не подумайте, они не похожи. Вот здесь вот совершенно нет такой гурманской миндальности, хотя здесь миндаля нет, здесь есть цветок миндаля. Но вот в базе, и вот этот в базе, если убрать вот эту ноту прекрасную миндального марципана какого-то, если так говорят вообще, то что-то такое мне начало промелькивать, и я решила открыть пирамидки и посмотреть. Итак, давайте вместе посмотрим, что у нас в пирамиде Магнифика. Флакон, кстати, потрясающей красоты. Вообще не скажешь, что этот парфюм стоил мне около 13 евро за целую сотку. Что у нас здесь? В этом аромате у нас здесь слива, личи, грейпфрут, жасмин, цветок апельсина, сандал, ваниль, бобы, танка. И сейчас я сразу хочу открыть вам пирамидку вот этого, чтобы мы с вами сравнили, что выяснилось. Здесь тоже есть слива, раз повторяющаяся нота, тоже есть цветок апельсина, два повторяющиеся нота, ваниль, я не помню там, по-моему, там тоже, да, ваниль. И, ну, там грейпфрут, а здесь мандарин. И я сразу подумала, что именно сплетение, возможно, этих нот и дает мне какую-то похожесть. Так, какие еще здесь повторяются? Жасмин, я думала, но в предыдущем нет жасмина. В любом случае, этот аромат у нас белые цветы на первом месте. Я не слышу цветов. Я вообще здесь ничего не слышу, я не знаю, на самом деле. Я бы не сказала, что он очень древесный. Возможно, он немножечко пряный, и то это так отдаленно. Вот как бы я его описала, именно даже уже просто в базе, в остатках, это просто что-то нежно, конфетное, знаете, очень приятное, не переслащенное, не послепательное ни в коем случае. Настолько приятная именно база. Редко я люблю именно базу. И
слышу, опять-таки, повторяюсь от себя всю ночь. Но не ждите, что это будет супер-мега шлейфовый аромат. Шлейф вообще-то есть. Вот. Ну, например, как Труссарди, да, Пассиджата, я тоже не скажу, что километровый шлейф, тоже слышу только вокруг себя облачком. Но вот этот, когда наношу на ночь, при каждом повороте, я его ощущаю. Причем делаю два пшика, я делаю где-то на область груди, и, ну, не на тело, а именно на футболку, и мне ок. Так что хотела вам рассказать. Прекрасный парфюм. Посмотрите, какой флакон. Древесный, сладкий, фруктовый, пудровый. Ну да, возможно, именно пудровые ароматы какие-то для меня в последнее время умиротворяющие, что ли. Мне кажется, они придают аромату статус и спокойствие. Вот как так почему-то мне кажется. То, что он амбровый, не знаю. Так, если говорить про этот аромат, ну, он тоже пудровый и, ну, про него я много раз говорила, но нет, это не клоны, я опять-таки просто говорю про базу. И, ну, у этого шлейф немножечко больше, ну, вообще я его пшиков делаю больше, потому что этот мне нравится от начала до конца, этот все-таки немножечко такой строговатый в начале. Поэтому я побаиваюсь его, но осенью я хочу его прямо-таки на улицу поносить, побольше пшиков буду делать. Напишите, кто пробовал, кто вообще когда-нибудь видел на просторах интернета этот аромат. Я ничего про него не знала, просто увидела, мне понравился флакончик, мне понравилась цена, мне понравилась емкость, ну, миллилитры, то есть это целая сотка, я вообще люблю большие флакончики. Ну, я люблю, конечно, и маленькие, в общем, это такое. Так что вот, на 6 минут вам наговорила Аджмал Магнифика. Такой вот аромат. Опять-таки, это просто тот случай, когда я ярко ощущаю, когда я ярко ощущаю именно приятнейшую базу. Я не слышу здесь вообще каких-то личи или грейпфрут. И вообще личи я не люблю в парфюмерии, мне кажется, ну, такой не всегда приятную кислинку дает как-то, вот, жасмин, не жасмин, не знаю, ванильный, да, ванильный пудровый аромат, с чем его тут сравнивают, его сравнивают, с, ну, я рассказывала, сравнивают его с Мансерой, которая, Dream, Indian Dream, не знаю, ничего не могу сказать, Alice Up, Girl of Now, но у меня только есть версия Shine, и этот аромат намного более спокойный, чем Alias Up. Alias Up на ночь я бы никогда не рискнула одеть. В общем, я уже, наверное, что-то лишнее говорю. Вот, хотела просто немножечко с вами поболтать, уделить внимание этому прекрасному флакончику. Ну и этот тоже мой любимчик. Единственное, что мне не нравится в таких флаконах... А, нет, видно, представляете, на просвет... Сейчас скажу, сколько у меня этого аромата. Девчонки, у меня этого аромата вот так. Я думала, больше нету, потому что я им прям поливаюсь в последнее время. Это мой антидепрессант. Но теперь чаще к этому тянется рука, не знаю, тоже. Тоже мне понравился. Как-то так.
Девчонки, у меня тут такая идея возникла. Там, кстати, я отражаюсь. Короче, я все с этой палеткой I Need a Glam от Наташи Диноны. Все думаю, уже какой день. Все выставляют эти видео. Понятно, что всем пришло это в пиар. Я имею в виду американских блогеров. И все как один выставляют всякие макияжи. В общем, мне просто такая пришла идея. Я подоставала свои все палетки, не все палетки, свои какие-то из последних. Я скачала более правдоподобные такие свотчи, я, наверное, где-то, может, вставлю этой новой палетки Динона. И что я хочу сделать? Я хочу поискать похожие оттенки в своих палеточках. Это далеко не все палетки. Если что, у меня еще здесь куча палеток. Ну, кто меня смотрит, знает, что у меня много палеток на самом деле. Очень еще у меня и запасы, еще у меня там и морфи всякие разные, короче. Просто хочу попробовать. Я знаю, что текстура у Дидоны, мне все время хочется Дидона ее назвать, Диноны очень оригинальная и такое не везде встретишь, но я просто хочу попробовать. Вот, в общем, такой мини-челлендж сама для себя. И, в общем, когда у меня что-то получится, не знаю, с первого раза, не с первого, я покажу вам сравнительные сводчи на своей руке и фотку из интернета. Не знаю, короче. Столько у меня палеточек, как я их всех люблю, как хочется всеми пользоваться. Но глаза только два. Вот. Очень красивые, тоже и разные финиши. Я думаю, что много оттенков я найду именно вот в палетках BH и Revolution. Ну, у меня есть уже мысли, в общем, я много уже посмотрела видосов, много свотчей, примерно представляю, как чего должно выглядеть. Ну, все будет примерно, короче, такой эксперимент. Конечно, я вам не буду показывать, потому что, скорее всего, будет долго. Может быть, это будет не с первого раза. Может быть, мне вообще все это не получится, и я все это заброшу. Посмотрим, короче. Ну, посмотрите на эти революшены. Я обожаю все эти палетки. Вот эти вот финиши от BH. Вот эти вот все оттенки. Это просто супер. Посмотрите, как все блестит, как все красиво. Кто любит тенюшечки, как я? А с фонариком они выглядят даже еще красивее. Но зачем мне палетка Диноны за $75? Это без доставки, скорее всего. Лучше уж прикупить парфюмчиков. Я шучу, девчонки. Я уважаю тех, кто любит качественные тени. Это супер круто. Может быть, мне очень сильно захочется, я когда-нибудь тоже себе прикуплю. Но у нас на самом деле не так легко достать именно Динону. Нанотина не представлена. И Сефоры у меня нет. В общем, как-то так я буду начинать, пока я не расхотела и не передумала. В общем-то, погнали. One hour later. Скажу я вам, все очень приблизительно. Но я поняла, что действительно таких оттенков у меня просто полно. Можно даже вот с помощью Revolution сделать такую подборку. Можно только с помощью BH. BH более пигментированные. Не знаю, я даже к тем практически не обращалась. Только один оттенок отсюда взяла. И отсюда тоже только один взяла. Вот этот холодный. А матовый очень хороший вот здесь в Catrice. И я, по-моему, два отсюда брала вот этих матовых. Но это не с первого раза. В общем, что-то более холодное, что-то более теплое. Короче, я просто игралась. На самом деле, после таких вот экспериментов я понимаю, что сколько у меня теней. Да, и я хочу все равно Динону. Хочу, да. Но, может быть, как-то и перебьюсь, в общем-то. Короче, мне было очень интересно. 15 оттенков. Что-то более розовое. Сюда может столько всего подойти. Я хотела больше воспользоваться именно BH вот такими. Но почему-то вот тут рядом я сижу с Revolution, и каждый оттенок у меня тянулась рука сюда, потому что они здесь менее такие блестючие. Но, короче, в общем, все очень индивидуально.
Посмотрите, какие тенюхи. Тенюхи. Как так, в общем, я поигралась. Это только один из вариантов. Так, падает телефон. И я сейчас пофоткаю, посмотрю, как будет похоже или нет. Но вы понимаете, что освещение, да, у меня тут бумага, я тут стирала все, что-то переделывала, что-то мне не нравилось. Вообще мне неудобно. Совершенно неудобно держать руку. Короче, как-то так, девчонки. Просто, называется, делать было нечего. А это называется, насвотчилась, насмотрелась макияжей и решила тоже накраситься. Добавила прямо такую явную фиолетовинку темную. В общем, мне понравилось, я не знаю, я прям кайфанула, когда красилась, красилась с удовольствием. И просто делюсь с вами макияжем, совершенно ничего особенного. В принципе, обычный макияж, только чуть больше затемнила. Такая у меня домашняя прическа, собственно. Я практически все лето так хожу, потому что жарко. В общем, как-то так. Ну и здесь просто завтрак показываю, какого-то выходного дня, по-моему. Жареная картошка пюре-омлет и вот такой вот классный бутерброд на поджаренной булочке с авокадо, рыбкой и кунжутом. Приятного всем аппетита! Так, я все продолжаю обустраивать свое новое гнездышко, наше. И повесила вот такую штуку на балконе, и потом мне стало казаться, что эта стена пустует. И повесила еще полочки. А вообще, по-хорошему, идеально было бы вот такую же, вот сюда, просто чтобы они были две, симметричные. Но такую уже больше не продают, я как-то покупала ее в Пепко. Долго она у меня просто стояла на комоде, и вообще на фоне часто стояла, вот не знаю. Теперь... Не бесят ли меня эти полочки и не убрать ли их? Ну, вроде смотрится неплохо, я не знаю, я пыталась, муж, вернее, вешал, но я пыталась, чтобы было по одной высоте и не жене, или как там говорится. А вот. Но все, супруг запрещает, сказал, больше ничего никуда не вешаем, он вообще против у меня всяких полочек, поэтому... Блин, на старой квартире у меня куча всего висела, ну, потому что там не было у нас такого ремонта, и можно было дырявить стены сколько угодно. Здесь, конечно, жалко уже стены дырявить лишний раз, поэтому... Ну и вообще, как бы, приходится считаться, да, с тем, с кем живешь. Нельзя же все завесить, если вдруг кому-то это не нравится. Так что вот, сижу, смотрю на свои полки. Что думаете? Ну, вроде белые, вроде подходят. У меня куча таких полок черных, целых три комплекта. Там три в одном. Вот такая вот, не знаю, сейчас уже убрала. Большой квадратик, средний и поменьше. Но пока что они все у нас на старой квартире, которые вот мы еще не продали. И я хочу забрать их оттуда. А супруг мне запретил. В общем, я не знаю. Ну, блин, пригодятся же куда? Просто не знаю, куда ставить. Захламлять тоже неохота. В общем, думаю, черные совсем не хочется. Но, может, и заберу все-таки. Все-таки они денег стоили. И такой комплект в Юске где-то, ну, 20 евро, наверное, точно стоит. Ладно, не надо уже выходить. Там моя кухня. У меня везде порядок, я все везде намыла. А еще хотела показать вам. Это коробки от парфюмов. Я уже давно разобрала комод, я вам рассказывала. Я оставила коробки тех ароматов, которые, с которыми не дружу и которые, возможно, когда-нибудь захочу кому-нибудь отдать или продать. Не знаю, когда, что в дальнейшем будет. Это от Ларивов коробки, ну, то есть от дешевых каких-то парфюмов и от тех, которые я точно люблю. Но, блин, я не могу их выкинуть. Тоже муж меня ругает, говорит, что это за хлам, давай я выкину. А я говорю, нет, подожди, я еще подумаю. Как бы, да куда они мне?
Ну, блин, они такие красивые, они такие разные. Вот, не знаю, что с ними сделать? Да, надо отпустить и, конечно, надо выкинуть. Но к этому надо прийти. Ладно, побежала я. Разбирала комод и нашла вот такую вот штучку. Собрала, и получилась вот такая красивая тарелочка, на которую можно, например, положить виноград или какие-то угощения, печеньки, конфетки, как я планирую сделать. Вот. Девчонки, немного мамского контента. Чем вы занимаетесь накануне 1 сентября? Я думаю, что тем же, чем и я. Я разгребала дочкин шкаф и обычно сортирую одежду на домашнюю, по футболкам, по штанам, по футболкам с длинным рукавом. В общем, у меня целая система. Какие-то более теплые вещи, штаны спортивные, какие-то потерянные носки, которые, возможно, в следующей стирке найдутся. Какие-то кофты с капюшоном теплые, какие-то вещи, которые нам, скорее всего, малы, и надо померить, чтобы убедиться. И если это действительно так, то надо их отдать по наследству. Какие-то штанишки, в общем, какие-то кофты именно для школы, которые более цивильные, скажем так, футболки, которые более для школы, ну и какие-то вещи более старые, я, как я сказала, уже домашние. Носочки, трусики, вот такая незамысловатая система. Конечно же, еще подготовила все для бассейна. Полотенце, шапка, очки. Надо еще тапки намыть. Подготовила все в школу для хореографии, чтобы все было рассортировано. Физкультурную форму подготовила. Тоже надо только кроссовки намыть. В общем, занимаюсь. Употела, если честно, всем этим заниматься. Что-то повыкидывала, что-то поскладывала. В общем, знаете, это примерно в лучшем случае дней на 5 порядок, а потом все будет вот так вот шиворот на выворот. Напишите у вас также. Ну, я стараюсь, я не теряю надежды, что когда-нибудь мой ребенок будет таким же организованным в плане вещей. Хотя я могу назвать себя супер какой-то организованной, но стараюсь везде соблюдать порядок. Надеюсь, что передастся это все-таки по наследству. Ну и также закупка всякой канцелярии, карандаши, фломастеры, еще одни карандаши, ручки. Ручки специально яркие, так нам советовал учитель. Дети, когда только учатся писать. Ну, в общем, так нам сказали. Карандашики, папочки для каких-то листочков, там тетрадки, клей. Ну, в общем, всякая такая ерундистика. Какие-то стерки, краски, пластилин. И сейчас мне надо посмотреть, что находится вот в этом портфеле, который все лето стоял, который я вообще не трогала и обходила стороной. Так, надо еще найти новый дневник, который мы купили. Короче, надо сейчас все пособирать, достать пенал. Кстати, вот он здесь. И проверить, что пишет, что не пишет, что заменить. Вот видите, пенал в каком состоянии. Какие-то ручки утеряны, карандаши не точены. В общем, все надо сейчас организовать и собрать ребенка в школу. Еще не куплены обложки. Так, ни одной рукой не открыть. Не куплены обложки на учебники, потому что нам их не выдали. И вот это, конечно, ситуация меня немного напрягает, но ну, как-то будем с этим тоже разбираться. Так что вот таким занимаюсь. Какой сегодня? 30 августа, накануне, перед школой. Также вывесила тут наш прошлогодний. Мы идем во второй класс, если кто не знает. Тоже думаю, вот жалко. Нам он достался по наследству, и жалко куда-то девать, но нам уже он, наверное, не пригодится. Во второй класс, наверное, в таком уже не пойдем. В общем, у меня тут есть что-то посовременнее, я не знаю, такая у меня тут есть рубашка с такой а-ля, ну, такое платьишко, в общем, я не знаю. Ну, возможно, дочка не захочет это одеть. В общем, вывесила, надо мерить. Может быть, просто оденем вот какую-то белую кофточку с джинсиками. Посмотрим, пока тоже подготовила, в общем-то. Так что вот такие мамские дела, делишечки.
3 hours later. Итак, я закончила, провела за этим, не знаю, полдня, наверное. Книжки в книжке, раскраски, развлечения в раскраске, резинки по всей комнате валялись, это надо сейчас убрать. Игры в играх, пазлы в пазлах. Освободила шкафчик для учебников, какие-то тетрадочки с того года. Вот это заняло больше всего, в принципе, времени. Отсортировать все фломастеры, какие пишут, какие нет. В общем, начала сначала точить карандаши. Куча вот таких вот малышей. Вот, они принесла. Короче, мамы, как вы поступаете? Я не знаю, ну вот, сколько лет мы пытаемся их добить. Но мне кажется, просто уже даже в руке неудобно держать ребенку, как бы. Я что-то психанула, мне надоело все это точить. Конечно, всем этим можно еще пользоваться, но я подумала, может быть, куда-нибудь на дачу их. Не знаю. И у меня были запасы, достала все новые карандаши, комплект, 24 штуки. В общем, это сейчас не роскошь, знаете, купить пачку карандашей, чем сидеть вот это натачивать. Не знаю, жалко, конечно, но... Не знаю, может, еще и попользуются этими. Здесь гелевые ручки, фломастеры, отдельный пенал с фломастерами для школы, простые карандаши, клей. Ну, короче, в общем, все организовала. Здесь у нас учебники, освободила вот эти все полки от всякой ерундистики, чтобы тоже они были учебные. Не знаю, как. Бьюти-полочка. Бьюти-полочка, да, отдала этот парфюм дочке. Здесь у нее какие-то бальзамчики, лак, кремушки, в общем. Ну, чтобы вы понимали, все-таки девушка растет. Помадки. Есть вот такой вот у нас пенал, супер классный. Он вообще у нас используется как, типа, для всяких украшений, браслетов и так далее. Но я сейчас его освободила. Я думала, классно было бы в него сложить именно школьные принадлежности. У нас сейчас вот такой пенал. Мне он не нравится, потому что здесь мало отсеков, а здесь можно прямо на дно положить и точилки, и клей, и вообще, короче, не знаю. Но этот пенал, Кристина, кстати, мне дарила его, не мне, а дочке, он не влазит в наш специальный карман, и мне кажется, это загвоздка. Ну, может быть, он на постарше, когда будет другой рюкзак. Или вообще надо дочку спросить. Может быть, она будет его класть, конечно, в сам рюкзак. Но обычно мы тут сверху, у нас все наложено, заложено. Либо физкультурная форма, либо сменка. Ну, этот пенал классный, в общем. Может быть, он еще на подольше, в следующие классы на постарше сохранится. Вообще, я спрошу у ребенка, пока что его не убрала, если что. Так что вот, сложила... Дневник на новый учебный год. Вообще все уже в интернете. У нас есть такой сайт, как Еколь называется. Электронная школа, то бишь. Но мы, так как в начальных классах еще буквально, видно, учительнице удобно, чтобы были у них дневнички. Ну, там, не знаю, мне тоже удобно, как мы учились всегда. И положила то, что нужно принести 1 сентября в школу. Также немало времени вот на эти ящики потратила. Как-то хочется, чтобы было меньше уже ерунды, а больше к серьезности, знаете, школьных вещей. Но тут и игрушки можно встретить, и конфеты, и жвачки. В общем, и ободки, и все вместе. В общем, рассортировала как могла. Кстати, мой школьный пенал, представляете, до сих пор я его храню. Вот даже написано Натаха. В отличном, кстати, состоянии. Сколько же ему лет? Ну, подобный, как у нас сейчас. Ну, просто он там внутри весь исписанный. Я уж не буду вам показывать. За годы учебы моей. И там теперь у нас хранятся наклейки. Но то, что он мой, когда-то был, мне греет лично душу. Куча пеналов. Куча всякого. В общем, убрала солнечные очки, потому что уже не актуально. В общем, все поскладывала. Наконец-то. Так, сейчас нужно убрать еще резинки. Везде навела порядок. Короче, подготовила ребенка к школе. Собой горжусь. Неимоверно. Наш компьютер, который на последнем издыхании. Да, он заклеен скотчем. Мы чинили его уже несколько раз. У нас практически уже отваливался и экран. И что только не было. И сколько мы денег потратили на его ремонт.
Но все равно он не жилец. Так что, возможно, придется еще и заморачиваться. С компьютером в будущем ребенку тоже, потому что в наше время без этого никак. Время у меня 2:30. Я еще не обедала. Даже не была в душе. Короче, я сейчас иду в душ. И пока тут разгребала, нашла вот такую вот ерундистику. Короче, уже вскипятила чайник. Сейчас заварю себе макарохи. Это типа бич, но только покруче здесь. Вообще, я раньше очень любила, когда была моложе. Лень заморачиваться, смотреть, что есть в холодильнике. Просто перекушу вот этой вот. Не знаю, вообще это вкусно. Не хочу сказать, что это фигня, но да, это не очень полезно. Ну, что поделать, в общем-то. Так что вот так проходит мой день. Кстати, уже не 2:30, а 3. А мне через час нужно быть готовой, уже еще накрашенной, еще и голову помыть, еще и высушить. Короче, я просто побежала, девчонки. Время летит просто молниеносно. Ну и на этой нотке, скажем так, уходящего лета хочу закончить этот влог, сказать этому лету до свидания и вперед в эту осень. Вам спасибо, что смотрите меня. Я всех очень люблю. И до встречи совсем скоро на моем канале. И всем пока-пока.